Блинная неделя удалась на славу, и в поселке Октябрьский не обошлось без масленичных гуляний. Как там встречали весну? Смотрите в нашем сюжете. Пляски, игры и горячий чай. Масленичные гуляния в самом разгаре. Кто продержит в руке банку меда или забросит конфету дальше? Развлечения себе нашли от мала до велика. В подкидывании блинов на сковороде соревновалась Яна Жестовская. Мне очень все понравилось, очень веселый, согрелась, блины покидали, все хлопали, очень веселый. Девочки и мальчики проверили свои силы в перетягивании каната. Победила дружба. После всех масленичных забав взрослые и дети встретили весну. Главную гостью праздника вели хоровод с лентами, которые символизируют солнце. Конкурсы были с детками, с конфетками, молодецкие забавы были, канат был. Много конкурсов, которые раньше играли, которые играют до сих пор. Кульминация праздника – сожжение масленичного чучела. Так в народе провожают отжившую зиму. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.